этот человек очень систематичный, он обладает стратегическим мышлением. Это человек, который планирует и достигает свои задачи и цели очень поэтапно и всегда. Вообще всегда. И сейчас он может с вами, он точно с вами поделится именно своим опытом, потому что этот человек на данный момент лидер компании Global Intellect Service Алексей Титов! Всем привет! Будем начинать. И я не буду вас ничему учить, я лишь поделюсь своим видением этого бизнеса через историю людей. И начну с того, что философия нашего продукта, она максимально простая, о версии 4.0. UDS — это не для всех, а для каждого. Аналогично могу сказать, что это относится и к нашему бизнесу. UDS не для всех, а для каждого. И расскажу это через три простых истории. Всего лишь три. И начнем с первой. К моему партнеру на переговоры приходит девушка, знакомая, которых, наверное, у каждого нас много. 24 года, наемный сотрудник, заработная плата 40 тысяч рублей. У кого есть такие знакомые? Круто. Были времена, да. И разговор идет о партнерстве, о бизнесе и какие есть варианты. Какие есть варианты у этого человека что-то кардинально поменять в своей жизни. Зарплата 40 тысяч рублей, как, наверное, 90% населения страны. И что можно сделать? Давайте рассмотрим самые простые. Мы не будем брать вариант, когда ничего не менять, потому что все-таки менять что-то необходимо. Мы не будем рассматривать вариант найти вторую работу, чтобы работать 24/7. Рассмотрим простые классические варианты. Первый — бизнес. И второе — партнерство с компанией Global Intellect Service. И если мы рассматриваем бизнес, то с чего все начинается? Начинается все с инвестиций. И если мы рассмотрим любой бизнес, это минимум хотя бы 500 тысяч рублей. Хотя какой бизнес откроешь за 500 тысяч? Затраты будут минимум 1050. И что немаловажно в данном случае, это, наверное, все-таки возможность совмещения. Потому что когда человек работает с зарплатой 40 тысяч рублей, скорее всего, нет накоплений, нет подушки безопасности и нет возможности какое-то время находиться без дохода. Я думаю, здесь много предпринимателей, потому что у нас продукт в первую очередь для предпринимателей. И понятно, что бизнес может приносить денежные средства не с первого месяца работы. Согласны? И второй вариант партнерства с компанией Global Intellect Service — это от 48 тысяч рублей стартовой позиции. Задержание бизнеса 4 тысячи рублей в месяц, но можно добавить сюда 1010 — это на кафе, рестораны, на передвижение себя из одной точки в другую точку. В чем большой плюс? Большой плюс в том, что человек, покупая партнерство, получает готовую, пошаговую, простую систему работы и быструю окупаемость инвестиций. И главное в данном случае — это возможность совмещать. И, наверное, и не наверное, даже и по статистике, большая часть людей в такой ситуации на предложение говорят «нет», но не в данном случае. И что мы получили? А сейчас эта девушка сидит в первом ряду этого зала, 2 месяца в бизнесе, и за первый месяц доход 150 тысяч рублей. Кто-то скажет, что такое 150 тысяч рублей? А для кого-то это 4 месяца на работе, 24, с 9 до 6. А здесь дополнительный доход 150 тысяч рублей. А что дальше? А дальше мы узнаем на следующих мероприятиях компании. И, возможно, через полгода или год эта девушка будет делиться с подобной сцены своей историей успеха. Следующая история. Я ее упаковал в притчу о трех строителях. И впервые я услышал на подобном мероприятии от своего друга, предпринимателя, по-моему, сейчас его нет в зале, Гаги Кавсепян. Многие, думаю, его здесь знают. Но я его видел просто. А, брат, привет. Да, да, немножко видно. Просто Гагик светится.
Про что эта притча? Подходит журналист, смотрит, человек работает, спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, мне приходится ходить на эту нелюбимую работу и таскать камни. Я устал. Он подходит ко второму и спрашивает, а что ты делаешь? Я зарабатываю деньги для своей семьи. Он подходит к третьему, спрашивает, а что ты делаешь? Я строю храм. Все эти люди занимаются одним и тем же. Но большой момент в чем? В простой вещи, в отношении. Аналогично про наш бизнес. Я четко понимаю, что в нашем бизнесе зарабатывать большие деньги будут не все. Будут люди, кто будет просто к этому бизнесу относиться как к хобби. Будут получать, возможно, 500 тысяч долларов дополнительного дохода. Для кого-то это будет просто повод собраться с друзьями и съездить на рафтинг. Для кого-то это будет повод просто собраться с друзьями и отпраздновать день рождения компании. Или просто сходить на классную тусовку. А для кого-то это будет инструмент, с помощью которого он строит свой храм. И третья история — это история про меня. Что для меня этот бизнес в партнерстве с компанией? В первую очередь для меня бизнес — это про деньги. Почему? Ну потому что я мужчина, и мне нужно просто зарабатывать деньги. Можно зарабатывать деньги в разных направлениях. Я построил карьеру в найме. У меня было несколько направлений классического бизнеса, но и можно зарабатывать неплохие деньги и там, и здесь. И в найме, и в бизнесе. Но что для меня этот бизнес, кроме денег? Это про рост. И в первую очередь про рост людей вокруг меня. На этом фото мой друг, партнер, клиент, где с Владиславом Бермудой, это как раз только начало в бизнесе. Это небольшой предприниматель из города Тюмени, а сейчас этот молодой человек выступает на форумах, делится своим опытом. Хотя на момент знакомства он мне сказал, а что такое маркетинг? А сейчас он на 300 человек выступает на форумах и делится о том, как работает маркетинг в его бизнесе. Следующий момент, что для меня немаловажно, как оказалось, это признание. И я думаю, моя мама никогда не думала о том, что ее сын когда-то станет на сцену и будет вещать на аудиторию больше 1000 человек. Я думаю, вряд ли она об этом думала. На этом фото я нахожусь на сцене, меня поздравляют, мне делают признание в компании на 1500 человек. И я на многих мероприятиях видел такую историю, что к топ-лидерам подходит и фотографируется. Видели такое? Подходит к администрации компании, фотографируется лидером. А я подумал, а почему бы сделать так, чтобы к тебе подходили, фотографировались? И не просто партнеры, а доллары-миллионеры. Как вам идея сделать так, чтобы к вам подходил доллар-миллионер и говорил, а давай сфотографируемся? Прикольно? Мне тоже понравилось, и я поставил себе в цели, чтобы ко мне доллары-миллионеры подходили и фотографировались. Сфоткаемся. Что произошло? Ну, там самое сложное было фото слева. Это наш куратор, первый человек компании Иван Сорокин. Сложнее всего было с ним это сделать. Потому что он тоже не особо любит фотографироваться, как и я. Посередине фото с Вячеславом Ишениным, собственником бизнеса. И для того, чтобы это фото произошло, я участвовал в челлендже, но так получилось, что я не занял первое место. И думаю, ну, наверное, вызовут на сцену только первого. Но вселенная идеальна. И получилось так, что первый человек не смог приехать. А что было дальше? А дальше приглашают победителей. Я выхожу, а Вячеслав говорит, ну пошли сфоткаемся. Прикольно. Мне очень понравилось. И если кратко сказать о том, что является ключевым успехом для меня в этом бизнесе, какой бы инструмент я больше всего рекомендовал, чтобы состояться в этом бизнесе, могу сказать однозначно.
это мероприятие. Мероприятие компании как, наверное, главный инструмент для того, чтобы этот бизнес развивался. В первую очередь для того, чтобы росли люди вокруг меня, для того, чтобы этих людей становилось все больше и больше. И самое лучшее мероприятие какое? Следующее. А когда у нас следующее мероприятие? Совершенно верно. У нас завтра состоится... А, у нас же сегодня еще одно мероприятие. Но сегодня это продолжение сегодняшнего мероприятия, а завтра следующее. И завтра кто-то на это мероприятие придет, а кто-то не придет. И вопрос в чем? Просто в отношении. Не в ресурсе времени, не в ресурсе денег, а просто в отношении. И за финалью я спич простой фразой. Великого человека. Ты хочешь провести остаток жизни, продавая сладкую воду? Вместо воды можете поставить все, что угодно. Или ты хочешь попробовать изменить мир? Я могу сказать, что мы с помощью компании Global Tech Service в партнерстве меняем этот мир. Всем спасибо.